6 апреля 2020 года Вера Полозкова родила дочь Арину. Звезда сразу рассказала о появлении на свет девочки в своем Инстаграм. По словам Полозковой, роды прошли легко и принесли ей чувство внутреннего спокойствия, любви и благодарности. Сейчас она воспитывает троих детей одна. Беременность дочкой 34-летняя поэтесса перенесла с трудом, мучилась с токсикозом и, не переставая работать, дала 18 концертов. В интервью телеканалу «Дождь» она признавалась: «Если бы то, что со мной происходило на протяжении полугода в прошлом году. Вот все, здоровье, работа, большая какая-то личная беда, мамино здоровье, если это происходило бы со мной лет в 19, я бы точно не вывезла вообще. Я где-то уже прилегла бы в какой-то психдиспансер, если не что-нибудь похуже». Возлюбленная Илона Маска Драймс, настоящее имя Клэр Элис Буша, Прим, Ред, подарила звездному мужу сына 4 мая 2020 года. Окончательным именем малыша стало XAXE. По словам Маска, оно читается как XA12, и в нем есть отсылка к любимому самолету миллиардера Lockheed A12. Мальчик стал шестым ребенком изобретателя и первенец AM-певицы. Совсем недавно глава Tesla порадовал фанатов видео с новорожденным сыном. А в Twitter он поделился с подписчиками фразами, которые должен услышать каждый ребенок. 35-летняя телеведущая впервые стала матерью 4 апреля 2020 года, родив дочь раньше срока. «Мы застали пик ситуации с коронавирусом. Прим. Ред. И быстренько вышли из дома. Лишь бы дома не сидеть, я пошла рожать», — пошутила участница Comedy Club. В интервью «Собака». Ру-звезда рассказала, как протекали роды, естественно, было несколько не по себе, волнительно. «Но я старалась следовать всем предписанным нормам, соблюдала гигиену, держала дистанцию, укрепляла иммунитет прогулками и разнообразным питанием, старалась есть полезную пищу. Вообще, расставляла приоритеты в пользу будущего ребенка. В целом настрой был такой: делай, что должен, и будь, что будет». Благо, успели вдоволь нагуляться до введения карантина. Победительница Евровидения 2016 родила сына 19 июня 2020 года. Мальчика назвали Селим Герайси Идбекир. В Инстаграм Джамала сообщила, что ребенок появился на свет в прогнозируемую дату. «Самый пунктуальный малыш», — отметила певица. В семье Джамала и ее мужа Бекира Сулейманова это уже второй ребенок. В 2018 году звезда родила первого сына Эмира Рахмана. У актрисы, известной по сериалу «Девчонки», 7 июля 2020 года появилась дочка. Об этом заявила режиссер Оксана Карас на своей странице в Facebook. Муж Таисии Семен Серзин в это время находился в другом городе по работе, он театральный постановщик. Узнав, что его семейство пополнилось маленькой принцессой, он поспешил из Питера в Москву. Молодой отец разместил в своем профиле снимок, на котором держит малютку на руках, стоя рядом с улыбающейся женой. Вилкова и Серзин поженились 27 марта этого года, пандемия не помешала скрепить их творческий союз узами брака. 7 мая актриса сериала «Полицейские с Рублевки» родила дочь Стешу. В тот же день она сообщила фанатам: «А я сегодня в 9 часов 45 минут стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее, плачу и не могу остановиться». В день защиты детей 1 июня Анастасия поделилась эмоциями: «Когда Стеша мне улыбается или смотрит мне в глаза, когда я ее кормлю, или когда держит меня своей крохотной ручкой, это самые счастливые мгновения моей жизни». Солистка группы 2 тоже недавно удивила поклонников новостью о том, что стала мамой. 1 июня она опубликовала в Инстаграм фото детской руки с надписью «Я несу за тебя ответственность», и по следующим постам всем стало понятно, что теперь у красотки есть дочка Мишель. В Инстаграм Мария посвятила ребенку строки: «Теперь мне хочется еще больше сворачивать горы. Я счастлива. Очень. Хочу посвящать тебе песни, хочу путешествовать с тобой, хочу водить тебя на спортивные и музыкальные кружки. Хочу все делать с тобой». Участница шоу «Дом-2» родила 10 июня 2020 года. В семье Ольги и ее мужа Дмитрия Дмитренко появилась вторая дочка. «Роды прошли просто замечательно. Как я мечтала и хотела. Родила за 3 часа. А сейчас очень хочется спать», — написала Ольга после рождения девочки. Сейчас она активно делится в сети снимками с новорожденной, но ее лицо пока скрывает. 27 июня певица стала мамой в 4-й раз, подарив миру мальчика по имени Себастьян от мужа-американца. Бывшая участница группы «Демо» предложила фанатам угадать имя ребенка и прокомментировала выбор: «Себастьян, оно и международное, и такое русское, родное, Сева. И неизбитое.
Эта беременность и эти роды разрешили мне впервые за всю жизнь быть собой. Мягкой, очень уязвимой. Той женщиной, которая сидела в непробиваемой оболочке брони, которую вы во мне считывали, и интуитивно вас это сближало со мной, сообщила Саша. Текст Екатерина Ежова, фото, Persona Stars, Instagram, Facebook.com.